утро, друзья! С вами Ярославна и рубрика «Бутербродик». Что такое бутерброд и с чем его едят, прекрасно представляет любой человек. Однако стоит заметить, что сама история этого объекта весьма и весьма загадочна. Бутерброд с немецкого языка переводится как «хлеб с маслом». Вот только авторство немцев в изобретении этого нехитрого блюда весьма сомнительно. По утверждению многих ученых, изучающих историю кулинарии, история бутербродов началась гораздо раньше. Следует отметить, что в вопросе изобретения бутербродов идет нешуточная международная борьба. Но об этом немножко попозже, а сейчас мы будем готовить это простое и вкусное лакомство. Основным продуктом любого бутерброда является хлеб. У нас будет тостовый. Также нам понадобится помидор, колбаса, сыр и майонез. И как вы смели заметить, у нас лежит чесночок, но это для особых случаев. Мы сегодня его добавлять не будем. Для начала мы выберем самый красивый помидор. По моему мнению, этот лучший. Мы его нарезаем. Порежем на полудольки. Чем тоньше, тем лучше. Далее мы возьмем колбасу и также порежем ее кругляшочками. Мы берем понравившийся нам кусочек хлеба, обмазываем его майонезом по своему вкусу и первым делом на него попадет помидор. Также раскладываем по своему вкусу. Я люблю, когда больше овощей. Следом идет колбаса и сверху натираем сыр. Такая вот у нас маленькая интересная терочка. И побольше сыра. Далее мы эту прелесть отправляем в печку. Вот такие чудо-бутерброды у нас получились. Посмотрите, как красиво расплавился сыр, и он даже успел поджариться. И от этого бутерброд стал еще во 100 крат вкуснее. Любимая чашечка чая или кофе, и вуаля, вкусный завтрак готов. Приятного аппетита!